5.5.8. Человек живет на плотине между инь и янь. И свет, и тьма – это вода и мягкость, а плотина – это твердость. Это та самая плотина, которая есть лезвие бритвы и самый край пропасти. Человек всегда живет на краю пропасти, и пропасть эта окружает его с обоих сторон. Бог – это твердость, человек – это твердость, а тьма и свет лишь борются за душу и разум человека, дабы решить между собой, кто из них будет служить твердости, а кто мягкости.